«Наше все». 6 июня – значимый день не только для русской, но и мировой литературы. Я помню чудное мгновение. Сегодня день русского языка и 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Его часто называют основоположником современного русского литературного языка. Пушкинский день в России отмечается ежегодно. Большинство городов России присоединяются в этот день к акции «Литературная ночь». В Чебоксарах в Национальной библиотеке организуют открытый микрофон в рамках акции «Классики во дворе».